Оставайтесь, пожалуйста, на линии, передаю вызов в полицию. Таких вызовов служба спасения в Солнечногорске обрабатывает по 1000 за сутки. В пандемию работы прибавилось. Звонить на 112 стали чаще в 1,5 раза. Более половины вызовов экстренные. В сутки в ЕДДС дежурит по 6-8 человек. В штате 38 сотрудников. С начала года они обработали свыше 173 тысяч вызовов. Благодаря сотрудникам из леса вывели 58 заблудившихся, а еще решили 1000 коммунальных проблем. Да, с ними тоже звонят в службу спасения. Так что фронт работы обширный. Показатели работы высокие. Их оценили на уровне области. ЕДДС Солнечногорска стала первой в региональном рейтинге. Удалось все критерии соблюсти. То есть у нас и штат соответствует требованиям положения об ЕДДС муниципального образования Московской области, и обученность персонала, документация. В общем, по этим критериям проверку провели. Мы получили оценку отлично, набрали 83 балла, вышли в своей категории на первое место. Все боролись за результат, готовились. Ну, я думаю, что такие конкурсы необходимо проводить, чтобы подстегивать отстающих и давать стимул впереди идущим.